В завершающийся межсоборный период в полную силу заработала та система, которая начала созидаться ранее и которой было положено в которой произошли важные преобразования в соответствии с синодальными решениями в 2010 году. А именно, как вы помните, именно в это время был создан соответствующий синодальный отдел. Один из главных двигателей социальной деятельности – это добровольчество. При епархиях и приходах Русской Православной Церкви, включая дальнее зарубежье, сегодня действует 566 групп милосердия, 328 добровольческих объединений, 453 сестричества. С 2011 года проводится бесплатное дистанционное обучение социальному служению через интернет. Ежегодно более 1000 человек участвуют в обучающих интернет-семинарах и дистанционных курсах обучения. Благодаря этому ежегодно в епархиях появляется в среднем 150-200 новых социальных проектов. Церковь активно занимается помощью бездомным. Только в России работают 95 приютов для бездомных, 10 автобусов милосердия, 460 благотворительных столовых, не говоря уже о том, что при множестве храмов осуществляется постоянная целевая помощь людям, лишенным крова. Важнейшим направлением социальной работы стало создание приютов и центров гуманитарной помощи для беременных женщин, находящихся в трудном материальном положении. В 2011 году действовал один такой приют, а сегодня их уже 52. Открыто 115 центров гуманитарной помощи, в том числе благодаря целевому сбору во всех храмах на территории России. Церковь также заботится о людях, зависимых от алкоголя и наркотиков. Каждый год появляется от 5 до 10 новых церковных реабилитационных центров и других структур помощи. К примеру, в России действует 75 центров, проводящих основной этап реабилитации, 12 центров ресоциализации, 9 дневных стационаров, 40 консультативных пунктов, 7 подготовительных мотивационных центров, 62 группы поддержки зависимых и созависимых лиц и более 300 обществ, братств и групп трезвости. Удалось достичь очень многого. Благотворительная и социальная работа стали поистине общецерковным деланием. Основной задачей на будущее является сохранение столь же высокого уровня социальной работы. И, пользуясь случаем, выражаю свою искреннюю, глубокую благодарность всем тем епископам, клирикам, мирянам, которые по долгу службы или руководствуясь движением сердца занимаются попечением о страждущих. И радуюсь тому, что социальная работа осуществляется не только на уровне общецерковном, епархиальном, но что она сегодня активно осуществляется на приходском уровне. И что все больше и больше наши православные люди понимают, что приходить в храм, молиться, слушать проповедь означает в том числе и творить дела милосердия, и в первую очередь в той общине, к которой они принадлежат.